Да зачем нужна эта математика? Таким вопросом порой задаются дети, которым лень делать уроки. Как наладить учебный процесс, чтобы знания того или иного школьного предмета пригодились не только на экзаменах, но и в реальной жизни? Об этом говорили педагоги, которые собрались в Чебоксарах на Всероссийскую научно-практическую конференцию. Если личность гармонично развита, то она вовсе не личность. Если ученик получает одни пятерки, то, вероятнее всего, ему трудно будет определиться со специальностью и выбрать жизненный путь. Вот такие неожиданные высказывания звучали со сцены Дворца детского и юношеского творчества в Чебоксарах. Там в эти дни проходит Всероссийская конференция под сложным названием «Компетентностные практики образования и учет индивидуальных достижений». У нас принят федеральный государственный образовательный стандарт в школах, и впервые, кроме предметных результатов, ну вот как обычно мы понимаем по математике, по физике, то, что ребята пишут ЕГЭ, да, по химии, введены такие компетентностные личностные результаты. То есть каждый человек, который кончает школу, он должен еще обладать какими-то определенными компетентностями важными, и вот личностные результаты, то есть в чем-то должна быть именно, так сказать, прибавка к его личности, да, вот что-то он должен уметь. И вот вся конференция как раз посвящена этому. Подробнее о педагогических дискуссиях, выводах и рекомендациях в завтрашнем выпуске программы «Республика».